Это дворик гостиницы «Семь королей», где нам предоставили небольшую мангальную зону для того, чтобы мы могли ознакомить всех наших телезрителей с особенностями волгоградской кухни. По старой доброй традиции подводных охотников мы готовим блюда из пойманной и добытой нами рыбы. Сегодня делится своим фирменным блюдом грек по национальности Дионис Кесов. Все-таки у нас уже команда, и поэтому нам нелепо быть в разной одежде. И интернет-магазин «Симпатрия» решил вручить нашим волгоградским друзьям всем футболки, которые производят только у нас, и есть только в нашем магазине. Поэтому теперь мы как единое целое и продолжаем наши съемки уже в составе полноценной команды в своей как бы, униформе. Поэтому вот теперь ребята будут мелькать в кадре именно в такой одежде, которую предоставил интернет-магазин «Симпатрия». Греки одни из первых стали употреблять лимон в приготовлении блюда из рыбы, после чего это распространилось по всему миру. Соответственно, и блюдо у нас называется рыба по-гречески. Нарезаем нашу филейную часть порционными кусками. Солим, перчим, взбрызгиваем лимоном. Молотый перец, неважно, красный или черный, это уже зависит от вкуса, но он обязательно должен быть. Взбрызгиваем лимонным соком рыбу нашу. Пока мы будем шинковать остальные продукты, дадим впитаться соку лимонному. Все. Для ускорения процесса я Виталика попросил помочь мне заняться гарниром, то есть грибами. Он сейчас помоет, замаринует. И будем готовить их на барбекю. Поскольку в Волгоградской области достаточно много грибов, и в данный момент сезон продолжается грибной, и мы, когда выезжаем на подводную охоту, всегда грибы готовим в качестве гарнира. После того, как мы посолили грибы, добавили туда красного перца. Обязательное условие – это майонез. Обмазываем майонезом, чтобы красный перец и соль оставались внутри. Майонез должен быть сверху. Через 15 минут грибы мы запечем на углях, и гарнир будет готов. Для нашего рыбного соуса, которым мы будем заливать рыбу, мы нарежем мелко помидор, чеснок и смешаем это все с майонезом. Мы пока шинкуем сыр. Это тоже считается одним из основных ингредиентов приготовления нашего блюда сегодняшнего. Сыр мы нашинковали. Теперь его нужно разделить на две части. Первый пойдет в соус, второй мы просто сверху посыпем. Сыр, помидоры, чеснок идут для приготовления соуса. И майонез. Мы нашу массу укладываем поверх нашей рыбы. Теперь посыпаем оставшимся сыром. И, конечно, обязательный ингредиент – это зелень.
Традиционно это блюдо готовится в духовке, но в походных условиях обычно нет такой возможности. Мы решили сегодня приготовить это блюдо на углях. Запах дыма придаст пикантности нашему блюду. Заключительный этап приготовления нашего блюда – это постановка его на огонь. Сейчас средство для розжига быстренько прогорит, и наше блюдо будет томиться на углях. Минут через 20 мы будем отслеживать готовность нашего блюда. У нас сейчас как раз тот жар, который нам нужен для того, чтобы рыба не горела, а томилась. А для того, чтобы оба блюда были одновременно готовы, мы сейчас ставим грибы. Чтобы весь грибной сок не вытек, сначала обжариваются шляпки, потом переворачиваем. Да, все по плану у нас. Еще несколько минут, и блюдо можно подавать на стол. Ну вот и все. Рыба готова, гарнир готов. Я приглашаю всех за стол оценить мое творение по достоинству. Наконец мы дождались окончания приготовления наших основных блюд. Замечательная рыба по уникальному рецепту. И бесподобные волгоградские раки, которые ждут нас на этом праздничном вечернем ноябрьском столе в замечательном городе, в замечательном гостинице, в замечательном месте и, естественно, в замечательной компании. Всем доброго вечера. Мы начинаем дегустировать.